Всех приветствую, с вами целительница Мария. Я потомственная целительница, травница, психолог, гипнотерапевт, регрессолог. И, в принципе, много инструментов, которые у меня еще есть, чтобы помочь человеку. Помочь избавиться от тех или иных проблем, независимо. Душа это, тело ли это. Смотрите, я очень часто говорила, ну, про ванны из трав. В этом случае я взяла пижму опять. Пижма очень хорошо исцеляет кожный покров. Мало того, что она проникает в организм через поры потовой ванны. Это полынь. Полынь очищает кожный покров, проникая в лимфу, в кровь, в подкожную жидкость, короче. Также хорошо влияет на все патогенные организмы, я бы сказала, да. Душица. Душица успокаивает вообще душу. Душица – это идет слово от души. Душица. Очень хорошо тоже для кожи. Душица содержит селен. И отвар делается. Видите, большая кастрюля залила водой. Это у меня одна единственная кастрюля, где я завариваю травы для ванны. То есть я до кипения воду не довожу. Только-только вот такие вот, ну, чувства, что сейчас закипит, я сразу выключаю печь. И закрываю полотенцем, чтобы еще настоялось 2 часа. Что это такое? Это соцветие лаванды. Лаванда успокаивает, но в то же время она и тонизирует. И лаванда очень хорошо для расслабления и для очищения. Вот. Еще что я добавлю, это почки березы перемолоты. Береза, как вы знаете, почки березы содержит деготь. И вот этот деготь в отваре тоже будет. Деготь отлично пролечивает грибковые заболевания, независимо, где они у вас есть. При положении или при условии, если вы часто будете делать ванны с отваром этих трав. Поэтому смотрите, травы действуют не только как отвар или настойка, а также издревле принимали вот такие отвары. Сейчас я закрою крышкой, доведу до кипения. Затем, когда 2 часа настоится, все это, конечно, берете один друшлаг или сито и процеживаете через, чтобы у вас ванна. Если кто-то хочет, чтобы у вас цветы были, то ради бога. Я процеживаю. Ну и ванну, собственно говоря, надо потом мыть, потому что отвар получается темный, ванна белая, но это все моется. Вот. Но сам эффект оздоровления очень мощный, очень сильный. И вообще этот сбор, он предположительно, ну, предназначен для людей, которые очень много работают и быстро истощаются потом. Не знают, чем восстановить силы. Так вот, вам такой вот рецепт отвара в помощь. Один раз в неделю будет уже достаточно в протяжении нескольких месяцев делать такие ванны.